Так, мне говорят, что мы начали, друзья. Всем привет! Это мой YouTube-канал. Меня зовут Нино Росебашвили. И вот уже второе воскресенье мы собираемся с вами здесь, почти 1 на 1. Но я надеюсь, что зрителей будет чуть больше. Давайте, пока мы все собираемся, напомню, что это, кто здесь. Именно так называется программа, где мы говорим о себе, о принятии себя и не только. Проживаем какой-то опыт, я делюсь с вами своим опытом, а вы, я очень надеюсь, будете делиться своим, потому как тема сегодня, я очень надеюсь, будет во многом построена на интерактиве. Первый выпуск программы «Кто здесь?» приняли очень тепло, за что я вам невероятно благодарна, и я получила справедливые предложения, это... была не столько критика, наверное, нормально назвать это предложением, собирать истории до стрима, и я так и попробовала сделать, учитывая, что неделя была не очень простая, анонс появился довольно поздно, но даже несмотря на это, не то чтобы люди побежали делиться своими историями, а сегодня мы говорим о внешности, друзья, о том, как на самом деле много... для нас значит то, как мы выглядим и как тяжело нам даются перемены, и почему перемены — это нормально, и как вообще с этим жить, и как с этим быть. У меня совсем недавно в жизни был довольно серьезный опыт пластического вмешательства, хирургического вмешательства, и для меня это стало очень серьезным испытанием по факту, и, конечно... Мне кажется, что я могла бы чуть больше про это рассказать, если вам, конечно, будет интересно. Для интерактива, друзья, у нас работает чат, но, как и в прошлый раз, я, к сожалению, не думаю, что смогу очень активно за ним следить, потому что нужно параллельно говорить. Это довольно сложная задача, и многозадачность не то чтобы моя сильная сторона, но я попробую, и есть у нас еще Digital Duck, ссылка в описании, вы можете через этот замечательный ресурс присылать свои истории или какие-то вопросы, если вам вдруг что-то будет интересно или вы чем-нибудь захотите поделиться. Digital Duck работает уже вторую, можно сказать, неделю, и успел побывать на прошлом стриме программы «Кто здесь?» и на семейном стриме. На семейном стриме в прошлое воскресенье звучал вопрос, а как же я буду разделять вопросы, присланные к семейному стриму, и то, что будет присылаться к моим одиночным стримам. Но я смогу это сделать, не переживайте. Вот я уже вижу вопросы, которые мы оставим для разговора с Майклом через неделю, и вижу вопросы, которые, точнее, замечания и комментарии, которые я могу озвучить уже здесь для вас. Что-то я еще хотела сказать. Работает и суперчат, друзья. Через суперчат гораздо удобнее видеть все, что вы пишете. Ну и, конечно, все, что будет прислано в суперчат, в Digital Duck и на Patreon. Потому что на вопросы патронов мы отвечаем в первую очередь. Это такая уже сложившаяся у нас традиция. Если они, конечно, есть. На Патреоне очередь не очень большая. Люди все больше поддерживают и просто проявляют какую-то солидарность, за что я очень благодарна. И не стесняют меня никак вопросами, что, наверное... Я бы не сказала, что это здорово. Я люблю ваши вопросы, и они мне нравятся, они интересные. Но если у вас их нет, я не буду никого заставлять, ничего присылать специально. Сейчас я уже доделываю последние моменты. Вот, опубликовала в кринжовнике пост, предупредила всех, что мы наконец-то начали. И, конечно, первый вопрос, который я хочу задать самым внимательным зрителям: узнали ли вы фон, на котором я сейчас сижу? И как вам вообще изменения? Мне кажется, что должно было стать лучше, чем в прошлый раз, когда вам в лицо летели осколки. Все это происходило на фоне какой-то сумрачной луны в форме сердца. Сейчас как будто бы мы лучше друг друга узнали и больше расслабились, хотя я нервничаю, наверное, так же, как и в прошлый раз. Так, в Патреоне вопросов не было, и истории тоже не было, но если вы патрон или хотите им стать, вы можете присылать вопросы и замечания в течение эфира. Есть пост опубликованный, куда вы можете прийти, и что-то я еще хотела сказать, но забыла, неважно. Так, хочется со всеми поздороваться и хочется всех поприветствовать. Долгое вступление получилось, но пока так. Я еще только-только осваиваюсь в таких форматах одиночных, когда есть только я, микрофон и вы, дорогие друзья. Вот есть вопрос от Залибабы, не имеющий никакого отношения ни к внешности, ни к весу, ни к принятию себя, ни к каким бы то ни было вмешательствам. Про компьютеры, дорогой или дорогая Зельбаба, я совершенно не эксперт, не техноблогер, поэтому исхожу всегда только из своего какого-то личного желания. Оно не всегда имеет под собой какую-то техническую основу, иногда мне что-то просто нравится. Семен Еркин. Вот, Семен, прости, мне как-то сказали, что твоя фамилия хорошо бы звучала, если бы она начиналась с её, и теперь я каждый раз оговариваюсь. Прости, Семен Еркин. Спрашивают, что за чуваки сзади меня сидят. Сзади меня сидит Стэнли и Крид, потрясающие люди из моего самого любимого сериала «Офис». Вижу приветы из Питера, вижу приветы из Испании. Вал Вейман пишет, что заголовок заманчивый. Слушайте, да нет, наверное, очень простой, очень обыденный заголовок, и, конечно, хочется, чтобы мы с вами и об этом поговорили. Очень натуральный фон в этот раз, пишет Шизар Смит. Да, буквально офис, друзья. Буквально офис. За окном сидят Майкл Захар. Нет, Майкл Захар сидят за стенкой буквально и, кажется, тоже слушают этот стрим, потому как я до сих пор нуждаюсь в поддержке, помощи в технических моментах. Не умею сама пока ничего настраивать, но зато нашла фон. Я думаю, что я молодец. Привет из Бейрута. Есть еще, да, как обычно, почему тихо, потому что, может быть, у вас тихо, сделайте чуть погромче. И Лена М. сразу спрашивает, какое хирургическое вмешательство, кто в курсе. Вот это, кстати, довольно забавно, друзья. Выяснилось, что не то чтобы большая часть, но как минимум половина моих коллег и моих каких-то знакомых даже в какой-то момент не поняли, что я что-то с собой сделала. Отдельное удивление я испытала, когда впервые вышла после долгого молчания в стрим. Это был семейный стрим, где-то, по-моему, ноябрьский, что ли, уже, когда я только-только начала приходить в себя после операции, и были люди, которые совершенно не поняли, что что-то во мне изменилось. Чтобы вы понимали, у меня была довольно непростая риносептопластика из-за детской травмы, из-за которой я очень плохо дышала, но так как я просто адаптировалась к особенностям своего лица, я долгое время как-то сосуществовала с этим и ничего с этим не делала, хотя, конечно, это очень неправильно. Дыхание, на самом деле, не только одна из ключевых функций, необходимых для поддержания жизни в организме, но и количество кислорода, которое вы употребляете, очень сильно влияет и на качество сна, и на вашу мыслительную деятельность, и на общее состояние организма. На YouTube-канале Куджи вышел подробный подкаст с сомнологом, экспертом по сну, который тоже рассказывает, почему очень важно дышать правильно. И сон, и дыхание — это вещи друг с другом очень тесно взаимосвязанные. У меня, конечно, все очень сильно усилилось в ковид, когда любые признаки простуды или какого-то легкого недомогания сразу воспринимались как признаки начинающегося ковида, и когда я поняла, что я каждое утро буквально схожу с ума и не могу нормально уже коммуницировать, общаться с людьми, несмотря на прививки, несмотря на какой-то иммунитет уже приобретенный, я поняла, что надо с этим что-то делать. Очень устала постоянно и дышать не носом, это было довольно сложно, и началась моя долгая-долгая история с грузинскими врачами. Отдельный вопрос, но сейчас не будем в такие подробности уходить. И выяснилось, что травма у меня была такая, что заново пришлось пересобирать вот эту часть носа, там, где хрящик у нас, там, где спинка. И для меня это, конечно, было очень тяжелым событием, несмотря на то, что я в целом как бы внутренне готовилась довольно долго. У меня вообще с носом были очень сложные отношения в течение всей моей жизни. Он у меня всегда был выдающийся. И я помню, лет в 14, наверное, может быть, даже чуть-чуть пораньше, я осознала, насколько я себя не принимаю и насколько я не принимаю то, как я выгляжу. У меня, к сожалению, нет под рукой фотографии, хотя, наверное, надо было бы подготовить, но проблема в том, что у меня и фотографии того времени не то чтобы много, Это было сложно. Представьте, что вы каждый раз подходите к зеркалу, вам не нравится то, что вы видите, и вы всеми силами пытаетесь угнаться за каким-то невидимым и непонятным для вас стандартом, доходило до того, что я, например, запиралась в ванной и пыталась руками как-то вот нос свой смять в другую сторону. Если, кстати, вы сейчас можете даже открыть чтение Теда Банди, поставить на паузу этот стрим, но потом обязательно, пожалуйста, вернитесь. Хотя я понимаю, книжка про Теда Банди ужасно увлекательная. Вы можете заметить, что у меня совершенно другое лицо. У меня нос был несимметричный ввиду травмы. Меня в последнее время это уже совершенно не напрягало. Если бы я себе в 14 лет сказала, что наступит время, когда я себя приму, и у меня не будет проблем с тем, какой у меня нос, и я даже, наоборот, буду гордиться своим профилем, мне будет очень нравиться. Я бы никогда в жизни не поверила, потому как сама воспитывалась всегда в довольно консервативной среде, когда стандарты красоты очень классические, это хрупкие, милые, прекрасные женщины, там, не знаю, с вздернутыми носиками, или, не знаю, хотя бы не с такими выдающимися носами, как это было у меня, и долгое время, как обычно, мы с вами приходим к вопросу, что мы отзеркаливаем то отношение, которое встречаем, и очень много сил мне пришлось приложить к тому, чтобы наконец-то перестать с собой бороться. И поэтому, когда в моей жизни случилась пластическая операция, мне пришлось весь этот путь проходить заново. Психолог, с которым я назначила встречу на третий день после операции. А операция, кстати, тоже довольно болезненная. И это отдельный вопрос. Я, когда лежала в этой палате постоперационной, единственный вопрос, который у меня был в голове, зачем люди проходят через такую чудовищную боль, чтобы что-то в себе изменить? Оно того реально не стоит. Это такая боль, это такие мучения. Уж простите все, кто, может быть, сейчас собрался меня послушать, приготовил уже больничный чемоданчик, направляясь на операцию. Это тогда другой вопрос, мы можем с вами обсудить, как подготовиться и что нужно обязательно взять с собой. Но если, вот честно, я понимала, зачем я туда иду, и я уже решила, и я уже не хотела мириться с тем, что стало для меня очевидной и очень осязаемой проблемой. Но когда люди не могут договориться с собой и со своей головой, и только ради этого идут на какие-то очень сложные изменения в своей жизни и в своей внешности, это для меня отдельный вопрос. Конечно, мы можем все с вами свести к тому, что вот, надо работать с самооценкой, и тогда все будет супер. И это правда. Ну, как бы нет другого рецепта. Если у вас хорошая самооценка, если вы себя принимаете, то вы себя полюбите таким, какой вы есть. И это звучит довольно банально, я понимаю, и очень как-то поиздевательски, может быть, даже если вы чувствуете сейчас вот неприятие к себе, если вы отказываетесь себя принимать. Вот сижу я тут такая умная, говорю, просто прими себя, йоу, начни жить свою лучшую жизнь. Она начнется ровно в тот момент, когда ты скажешь, мне нравится, кто я есть, и тут ты подходишь к зеркалу и видишь, что тебе совсем не нравится то, что ты видишь. А тут, опять же, вас в очередной раз возвращают к мысли, что все эти проблемы не проблемы, и вы чувствуете, что люди обесценивают то, что вы воспринимаете как сложный для себя вопрос, говорят, типа, из серии «просто не грусти, живи дальше». Я не говорю вам этого, просто сразу пришли к выводу. Наша цель в том, чтобы пройти весь этот путь по кусочкам. И для меня это было очень, очень сложным переживанием, потому что я уже умудрилась построить какую-то свою идентичность вокруг того, как я выгляжу. Моя идентичность во многом заключалась в моей необычности и в том, что я неконвенционально выглядела скорее. Не совсем так, как... не совсем гармонично, что ли. У меня было не совсем симметричное лицо. Оно, очевидно, имело какую-то выдающуюся, как бы правильно это сказать, не в тех местах, как принято. Обычно говорят, тут надо же какие красивые глаза или какие красивые губы, у меня типа нос. Но я сейчас рассказываю, мне даже, честно говоря, немного неловко, потому что, ну, уже спустя какое-то время понимаю, что, может быть, оно и не стоило всех этих переживаний. Вот, что еще? Суперчат недоступен. Я не знаю, дорогая Рипсимия Витисян, может быть, вы просто в той стране, где нет суперчата. Захожу в Digital Duck, сделаем пока небольшую паузу и посмотрю, есть ли вопросы. Алексей И. пишет: тесты, привет, Нино, лучший парк будет наш. Здравствуйте, Алексей. Я думаю, что вы тот самый Алексей, который был с самого начала и спрашивал про любимые парки и зоны отдыха, да? Так называется сериал, но, по-моему, у Алексея был другой, более спортивный интерес. Вот, и еще пишет Алексей, не уверена, что это Алексей И, еще один Алексей, будем считать так. Поддерживаю не только лайком, но и чуть денежкой, пока это все, что могу. Спасибо за новый интересный формат. Спасибо огромное, Алексей, за вашу поддержку. И опять же напомню, что это все непринудительно, это все максимально добровольно. Вопрос от Ильи М. Расскажите, почему нет больше стримов в Тане? Очень нравились, Илья, я отвечала на этот вопрос несколько недель назад, так что посмотрите внимательно в и Таниных стримах, и в стриме про жизнь, поэтому не хочу лишний раз все это повторять. Вот, и если у вас есть вопросы по теме, то welcome, конечно. Перехожу в сообщество Ютуба, где, например, вот Любовь Дубиаго, простите, если я неправильно прочитала, тут просто на латинице написано. Здравствуйте, Нино. В целом у меня нет проблем с восприятием своего тела. Чаще всего я оцениваю его как нормально. Но хочу рассказать маленькую историю, как я ощутила себя очень красивой. Абсолютно случайно я познакомилась с одной девушкой в чате поддержки. Она записывает кружочек, я смотрю на него и первую минуту не понимаю, что произошло. Она настолько похожа на меня внешне и тембром голоса, что я зависла, и мне пришлось порыться в памяти, чтобы я удостоверилась, что кружочек не мой. И второй вывод, который я сделала: мне нравится, как она выглядит. Она безумно красивая, а значит, и я тоже. Слушайте, как же здорово, Любовь. Это просто прекрасно. Да, это здорово. Я тоже, кстати, помню, у меня был период, когда я какие-то свои черты пыталась найти в людях, которые мне нравятся. И это тоже помогает немножечко принять себя, если не получается вот так вот с наскока разбежаться и сразу с головой нырнуть в это ощущение какой-то самоценности. А жить в вечной борьбе с собой и с тем, как ты выглядишь, очень сложно. Говорю как человек, который вот всю свою жизнь за очень небольшим исключением не принимал свое тело. Внешность — это, наверное, вот именно лицо. Это вопрос, может быть, скорее отдельный. А то, как выглядит наше тело и насколько сильно на голову давит вот этот культ худобы, в котором мы с вами все живем. Вопрос очень болезненный, и даже специально для этого, для того, чтобы разобрать эту тему, я записала большое интервью с одним из лучших экспертов по пищевому поведению, Светланой Бронниковой. Это интервью есть у меня на канале, где она рассказывает о том, откуда у нас берутся мифы, но все эти мифы о том, как мы должны выглядеть, и почему эти мифы ломают нам нашу психику и ломают то, как мы себя воспринимаем. Я помню, у меня был очень странный опыт. Этой осенью мы ездили в Грузию, когда как раз меня очень долго не было. Я помню, мы сидели за столом с семьей, с моей сестрой, с ее семьей, и разбирали детские фотографии. И у меня есть очень такое четкое воспоминания из детства, как я все время себя очень стесняюсь, потому что мне говорят, что я много ем, мне говорят, что я большая, что я тяжелая, меня уже нельзя таскать на руках, потому что у всех сорвутся спины, что меня не могут покатать на плечах, потому что я уже огромная и очень тяжелая, хотя, ну, мне тогда сколько было, лет 8, наверное. Я бы не сказала, что я уже тогда была какая-то огромная и ужасная, и что дяди на плечи не могли бы это выдержать, я бы так не сказала. Вот, всякие разные шутки, которые ты потом, как ребенок, очень долго помнишь, и рассказы о том, какая же ты огромная стала, и как же ты выросла. В общем, вот это ощущение того, что тебя слишком много, оно преследовало меня буквально вот до последнего года, когда я уже начала стараться работать над тем, как я себя воспринимаю, вне зависимости от того, сколько я вешу. Честно скажу, что столько, сколько сейчас, я не весила в жизни своей никогда, и никогда не думала, что, становясь на весы, я увижу эту цифру. тем забавнее, что в этом весе я чувствую себя гораздо спокойнее, чем когда я весила килограмм на 20, наверное, меньше. И буквально сходила с ума. В этом смысле, друзья, если у вас есть такие же проблемы, я вам советую очень простой эксперимент. Встаньте на весы и скажите себе, как же это здорово, потому что тенденция человеческого тела до какого-то определенного возраста увеличиваться и набирать вес. Это после 70 лет идет усыхание и естественная потеря жировой массы. А до 70 лет мы с вами, как правило, только накапливаем и куда-то откладываем, и метаболизм замедляется. Впрочем, это все вопросы биологии, я думаю, уже хорошо вам известные. И когда мы смотрели наши фотографии детские, там были детские фотографии и подростковые фотографии, особенно подростковые. И ровно из-за того, что я очень себя стеснялась, у меня практически нет фотографий. Во-первых, у меня нет фотографий, где я улыбаюсь, потому что я была абсолютно уверена, что мне не идет улыбка из-за того, что у меня был немножечко опущенный кончик. Ну, может быть, в шутку, не знаю, мне взрослые говорили, что вот у меня нос вот-вот соединится с верхней губой, что было неправда. Ну, у взрослых свои какие-то шутки, поэтому я старалась с максимально серьезным лицом стоять на фотографиях. И я смотрю и думаю, господи, абсолютно нормальный ребенок, абсолютно нормальный, не толстый, не урод, хороший ребенок. Мне так его стало жалко. Господи, он не заслужил такого отношения. Я смотрю и думаю, ну, а как можно было эту ненависть растить в ком-то другом? И растить так долго. Но тут мы, наверное, никогда не сможем себе ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью, потому что есть один вопрос, когда родители пытаются реализоваться через своих детей или там вкладывают в своих детей вот эту ответственность за себя, за свою жизнь, за принятие себя. И есть родители, которые вот своих детей... ну, используют как щит, что ли, вот так вот. Смотрите, какие у меня хорошие дети, они очень нормотипичные, они очень правильные, они не толстые, они хорошо учатся, они красивые, они совсем скоро покорят весь мир, вот. Значит, что я состоялась как родитель, значит, что мне не нужно будет больше ничего делать. Вот, не знаю, или им важно, чтобы никто не посмеялся из соседей или из родственников, что вот, смотри, у нее толстый ребенок. Вот, это значит, что ты плохая мать или ты плохой отец. Много всяких разных причин. И тоже, как Светлана Бронникова рассказывает, если к вам, например, подходит ребенок, которого начинают или булить, или который, ну, чисто по комплекции не очень годится для того, чтобы его отдали на балет, и скорее годится для того, чтобы его отдали, не знаю, какой-нибудь силовой спорт, да, и он подходит и говорит, что меня называют толстым. Очень важно не обесценивать вот это ощущение ребенка, а сдвинуть немножечко его фокус на функциональность тела, потому что в итоге мы всегда приходим к тому, что здоровье действительно на первом месте. Неважно, как выглядит ваше тело, точнее, не так важно, как выглядит ваше тело, сколько важно, что оно может. Может ли оно обеспечить вас необходимым функционалом? Может ли оно сделать так, чтобы вы, там, не знаю, могли подняться на 5 лестничных пролетов и не потерять сознание из-за того, что это слишком большая нагрузка? Там, помогает ли вам это тело далеко бросать, быстро бегать, хорошо целиться, там, не знаю, есть ли какие-то у этого плюсы или нет? И это может помочь. А то, как именно вы выглядите, если вы внутри максимально больной, то с точки зрения здоровья, то это, конечно, вряд ли кому-то может помочь. Вот. Возвращаемся к вопросам из комментариев. Вот наш постоянный модератор Love Gotta Get Out делится своим опытом. Спасибо большое. Принять себя окончательно помогли первые серьезные отношения аж в 24. Когда мне с абсолютно влюбленным взглядом проговорили, насколько я прекрасна. С тех пор была и пандемия, когда вес взметнулся до высот благодаря локдауну и нервам, и война, что тоже не особо помогло здоровью и внешности. Сейчас чувствую себя в некой гибернации, пока нет сил переживать очень сильно за такие мелочи. Насчет изъянов еще всегда удивлялась, зачем мне мать старалась привить стыд за оттопыренное ухо. Я буквально с рождения его отлеживала. Уж точно не худшая часть меня. Как и профиль, немного сложнее. Но в феврале у меня были фото, на которых я прямо любовалась носом, вполне выдающимся. Love Gotta Get Out. Вы такая умница. И очень здорово, что вы смогли сбросить с себя чужие ожидания. И вот этот стыд за оттопыренное ухо, это ужасно на самом деле. Во-первых, это ваше тело, это вы, это вот ваша заводская настройка, это то, с чем вас отправили в этот мир. Это ваш функционал, это ваш инструмент, это часть ваша. По факту тело — это единственное, что вам принадлежит до конца жизни. Одежду можно снять, дом можно отнять, работу можно забрать. Все можно забрать, но только вот с точки зрения какой-то материи тело единственное, что останется с вами до конца ваших дней. И кто-то говорит: нет, оно тоже не твое. Вот в этом теле будет много боли, потому что оно мне не нравится. Это вот как вы станете напротив какого-то здания, будете кричать на него, что вам не нравится цвет его крыши. Ты не крыша, ты вообще не имеешь к этому никакого отношения. И от того, как сильно и как долго ты будешь кричать, дом не начнет стесняться, он не начнет сжиматься, он не начнет срочно себя пытаться переделать. Но это не имеет никакого отношения, нет никакой связки. И вот кто-то приходит, представьте, и кричит на вас: почему у тебя карие глаза? Ну потому, ну ты-то кто такой? Я тебя не звал совсем. Я не хотела никаких комментариев относительно моей внешности. И очень многие люди не понимают. Слушайте, я с большим удивлением начала обнаруживать, когда набралась смелости и храбрости, чтобы сказать: мне не важно твое мнение по поводу того, как я выгляжу. Я сначала спрошу себя, нравлюсь ли я себе, и уже потом буду собирать комментарии, если по каким-то непонятным мне причинам мне будет важно, что вы думаете о том, как я выгляжу. Мое тело, буквально мое дело. Мое тело — это еще один способ выражения себя. То, как я себя вижу, то, как я себя чувствую, то, как я выгляжу для себя в своих глазах. Вам дали в руки карандаш, бумагу, и вы можете излить себя, выразить себя. Зачем вы разрешаете людям водить вашей рукой по этой бумаге? Вы же можете сделать все, что угодно. Это ваша жизнь, это ваше время. Ни один человек, который заставит вас сомневаться в себе и комплексовать, не подарит вам лишние 10 лет своей жизни. Лишние 20 лет своей жизни. Никто вам не подарит. У вас есть вот конкретное количество времени, никто не знает сколько. И только вы решаете, что вы будете делать за это время и чему вы посвятите это время. Love gotta get out, а вам просто мощнейший шаут-аут. Вы огромный молодец, огромная. И, кстати, да, вот когда... как только у меня поменялся профиль, он у меня, очевидно, поменялся. Он стал более... У меня вообще, в принципе, после операции лицо стало более симметричным, более спокойным, менее таким национальным, что ли. Но я вижу, что у меня пропала выразительность профиля. Ну вот я сейчас могу повернуться. Не знаю, в зависимости от того, какой ракурс меня сейчас снимает, у меня по-разному выглядит этот профиль. Иногда нос очень маленький, аккуратный, иногда он какой-то очень длинный и невыразительный совсем. Ну, так получилось. Я помню, как я плакала. Я целый месяц плакала, слушайте, друзья. Это было так странно. Я помню, мне понравилось сравнение, которое придумал мой психолог, что мои отношения с лицом — это вот отношения... ну, как брак, что ли. Это те отношения, в которые вы очень сильно вкладываетесь, в которые вы тратите много сил. Знаете, вот есть люди, которые не хотят выходить из неудачного брака, потому что уже 20 лет в нем прожили, вот 20 лет вкладывали силы и время, и теперь им говорят: все, давай, уходи, живи другую жизнь, давай все заново начинай делать. Вот примерно такие же у меня были отношения, потому что я буквально всю жизнь потратила на то, чтобы принять себя, полюбить себя, и тут пришлось все это делать очень быстро заново. Так, Севиля Гусейнова. Добрый вечер. У нас сейчас вечер. Здравствуйте, Севиля. У нас сейчас день. Хотя не знаю, кто откуда смотрит, у всех, наверное, разное время. Да, внешность прибавила в весе и перестала нравиться себе. Очень люблю сладкое. Решила, что в пост буду есть строго по часам и только в количестве, что помещается в ладонь. Вытесню постепенно мясо, оставлю рыбу и побольше овощей и фруктов. От сладкого откажусь, но разве только в неделю сухофрукты, финики, курагу и все такое. Мало того, что возрастные изменения, так еще и одежду, прическу не подобрать полному лицу. Голос мой всегда раздражал, манера говорить, а так ничего, красавица. Это я про себя, конечно. Только увидела время стрима, завтра буду в эти часы на работе, но я надеюсь, что вы послушаете, дорогая Севиль. Здравствуйте, и спасибо вам большое за такое подробное сообщения, я, конечно, внутренне начала очень сильно сопротивляться и спорить с вами. Ровно в том моменте, когда вы начали себя пытаться ограничивать, как минимум, вот в этих обещаниях. Я очень вас прошу, послушайте, пожалуйста, интервью со Светланой Бронниковой. Не ограничивайте себя в еде. Как только вы себя в чем-то начнете ограничивать, то, во-первых, ваш мозг придаст этому сверхценность, и это приведет рано или поздно все равно к срыву. И если вы от чего-то отказываетесь, то вы должны себе отдавать отчет в том, что если вы отказываетесь, то навсегда. Если вы не готовы всю жизнь отказаться от чего-то, то не сокращайте. То, что вам не сокращайте и количество потребляемого, и... Точнее, знаете, не то чтобы количество потребляемого, а в первую очередь вам надо будет сделать акцент на качестве. И это все мы тоже разбирали очень подробно в интервью, но, в общем, факт в том, что все диеты работают, а то, что вы сейчас пишете, это, очевидно, диета, это, очевидно, какое-то ограничение, это все работает. Это так устроено, если где-то создается дефицит, этот дефицит обязательно как-то потом в чем-то выражается. Но проблема в том, что, по-моему, даже этот эффект называется эффект йо-йо. Знаете, вот такие игрушки, которые ты отбрасываешь, она потом обязательно к тебе возвращается. Вот у диет тоже есть всегда такой эффект йо-йо, но только все, что вы сбросите через сокращение потребления пищи и через создание искусственного дефицита, потом вернется к вам в каком-то кратном размере. Я могу это совершенно точно сказать про себя. Я помню, у меня был какой-то очень худой период в жизни, я очень много тогда нервничала и просто, просто физически не хотела есть. И я чувствовала себя такой счастливой, друзья, и это так неправильно, это так, какое-то абсолютное безумие. Но я себя считала, вот тоже, я в очередной раз просто вам скажу, пожалуйста, как только мы закончим с вами этот разговор, этот сеанс, то... Я хочу взять свое слово, что вы обязательно посмотрите интервью со Светланой Бронниковой, потому что вот этот, вот знаете, это чувство действительно похоже на чувство какого-то вот религиозного культа. Ты начинаешь чувствовать себя святым, что ты наконец-то начал жить правильно, что ты наконец-то все понял, что ты не вот это вот животное, которое закапывается в фантики, обертки из Макдональдса, что ты можешь... относиться к своему телу как к храму и кидать туда по пару салатных листочков, потому что наконец-то ты все понял, наконец-то ты в высшей лиге, тебя туда приняли, наконец-то ты независим от еды, как какой-то скот, вот. А потом все вернется, друзья, как только вы найдете какой-то мир в себе или там, не знаю, попадете в более спокойную ситуацию, ваш организм скажет: этот человек уже пытался нас убить, он уже пытался перестать нас кормить. Друзья, отдаем приказ во все отделы, копим, требуем больше. И да, я могу сказать, что насколько же я поправилась? На 30 килограмм, друзья, я поправилась. За последние 2,5 года. На 30 килограмм. Я в ужасе. Но не настолько, чтобы сходить с ума. У меня, скорее, знаете, такой исследовательский интерес. Я никогда не была в таком состоянии. Для меня, психологически, наверное, не то, чтобы мне все равно. Мне, конечно, хочется, но еще очень сильно вот это влияние на мое сознание, вот этой диетической культуры, группы ВКонтакте 40+, и так далее. Ну, я никогда, конечно, до таких... неадекватных значений не пыталась дойти, но, конечно, цифры влияют на самовосприятие, буковки на одежде влияют на самовосприятие, хочется впихнуть себя в «С», не в «М» и не в «Л», хочется быть маленькой, хрупкой, летящей, воздушной, и не хочется быть собой. Но тут надо просто признать, что мы все разные от рождения и разные от природы, и перестать бороться со своим телом. Я помню, для меня был очень важный момент, когда я вдруг поняла, что я сильнее штанов из Зары, что когда я захожу в магазин, это не превращается в какой-то... Вот помните, как в «Игре престолов», ее зовут Серсея, да, по-моему? Я уже забыла, как кого зовут, сестру Джейми. Вот когда ее проводили с этим позорным маршем, ровно такое же ощущение. Ты заходишь, вот ты идешь между вот этих витрин и полок, между этих... как же это называется? между этих вешалок, где висят какие-то вещи, сшитые по не совсем адекватным стандартам, и они кричат на тебя: «Господи, ты кто такой? Уходи отсюда! Мы не созданы для тебя, мы созданы для хороших, прекрасных людей». И ты выходишь униженный каким-то куском ткани. Это ли не бред, друзья? Это ли не безумие? В какой момент мы себя внезапно этому всему подчинили? Вопрос хороший. Нет, слушайте, я тоже не могу сказать, что я нашла какую-то точку опоры и успокоилась. Для меня все это довольно тяжело и продолжает быть некоторым испытанием. Но я перестала сходить с ума. И это приятное чувство, я могу сказать совершенно точно. Так, кто-то мне звонит из Грузии, мы не можем сейчас ответить, простите, пожалуйста. И вот у меня все сбилось. Так, пока я ищу обратно комментарий, то я напомню, друзья, есть суперчат, мы сейчас как раз к нему и перейдем. Так, ну что за... Нет, я не могу ответить. Хотя ладно, если мне еще раз напишут, то я... Я отвечу и поговорю на грузинском. Может быть, вам так будет интереснее. Так, я даже включу себе звук. Это довольно интересно. Все, видите, сбили меня плохие люди. Да, суперчат, Digital Duck. И вот вижу, еще и на Патреоне есть какое-то уведомление ко мне пришло. И попробуем сейчас посмотреть, что же это было. Можно ли будет на это как-то ответить? О, не история, но добрые слова, что очень приятно. Большое спасибо, Ирина П. В Тбилиси сегодня весенняя классная погода. Здорово. Гуляйте, отдыхайте. Это прекрасно. Напитывайтесь энергией и силами, чтобы... пройти через этот ужасный февраль. Так. Все, давайте продолжим. Мы уже много про это все поговорили. Да, Ханка Рирден. Про Зару 100% попадание. Такая же униженная выходила. Друзья, понимаете? Мы все такие. Это большой секрет, о котором никто не говорит. Ну, за исключением каких-то редких случаев. Знаете, это тоже довольно забавно. Было у меня несколько случаев, когда я испытывала какое-то абсолютное отчаяние, сидя в этой вонючей примерочной. Ну ладно, она не вонючая, но она всегда пыльная. Там вот эти женщины, которые переодевались, у всех попадали волосы. Эти волосы потом сбились в какие-то пыльные комки. И ты стоишь, и штаны тебе не застегиваются. Тебе так ужасно, господи. Какой же ты жалкий в этот момент. И я в эти моменты... иногда, чтобы пожаловаться, там, не знаю, скидывала фотки Майклу. И он заметил довольно интересную вещь, друзья. Вы не поверите, но мужчины в большинстве своем так сильно не запариваются. Они буквально, не знаю, водят так плечами, говорят, ну, вещи хуже. Типа, штаны, это твоя проблема, что ты не пошла со мной домой. Не пошла, да. Что вы, штаны, не пошли со мной домой. А женщины, господи, я так виновата перед этими штанами. Мне надо срочно с собой что-то сделать. Такие дела. Алпи присылает нам целых 20 евро, ничего себе, в суперчат и пишет. Удивительно, но могу полностью подписаться под всем рассказом про нос и его пластику. Разве что нос не ломала, он был кривой и плохо дышал сам по себе. Не могла себя долго принять и сделала пластику уже после из-за дыхания. Вот смотрите, да, не знаю... Это все такой сложный вопрос. Вот почему вы не могли себе долго принять? Это же откуда-то же пошло. Вот понимаете, мне никто никогда не говорил ничего плохого про мой голос. Поэтому я никогда не испытывала вот этого очень знакомого для многих людей ощущения ужаса от звука собственного голоса вот где-то на записи, не знаю. Никто никогда в моем окружении ничего не говорил. И даже сейчас, если появится какой-то человек и скажет, что у меня... чудовищный голос, я ему не поверю, потому что я успела сформировать какое-то свое отношение к этому сильно раньше, и я теперь устойчива в этом отношении. Но люди, которые все время мне что-то говорили про вес или про нос, или про свою внешность, они успели взрастить во мне вот это чувство неприятия. Оно же не взялось откуда-то. Точнее, оно же взялось само по себе в вашей голове. кто-то вас или с кем-то сравнивал, или как-то издевался над вами, или как-то шутил неправильно, вы это запомнили. Это же тоже очень несправедливо на самом деле. Владимир, $20, ничего себе, Нино, вы выглядите очень хорошо. Спасибо за канал и откровенность. Спасибо вам большое, Владимир. Видите, мне важно выглядеть хорошо, но я в первую очередь думаю уже о том, нравлюсь ли я себе, и уже потом начинаю думать о том, нравлюсь ли я окружающим. И есть еще один очень страшный секрет, о котором никто не говорит, но люди копируют ваше отношение к себе. Чем увереннее вы себя чувствуете, чем больше вы себя любите, чем больше уверенность вы транслируете, тем с большим уважением к вам относятся люди. Если вы считаете себя красивым, то дайте окружающим неделю или месяц, и они начнут считать вас красивым. Если вы чувствуете себя умным или умной, дайте людям еще какое-то количество времени, и они действительно начнут вас так воспринимать. В этом смысле все устроено довольно забавно. Наверняка у вас были знакомые, которые вам сначала очень не нравились внешне, а потом вдруг вы с ними пообщались и такие, ну ничего себе. Нет никакого идеала, нет никакого какого-то трафарета, по которому можно себя высечь, нет никаких четких критериев. И в итоге все заканчивается тем, что лучше спросить у себя и потом исходить из этого, нравитесь вы себе или нет. Так, суперчат я прочитала. Тоже напомню, что есть и Patreon, есть и Digital Duck. Сейчас попробую вернуться к чату. Вот видите, мне очень помогают ваши истории, потому что долго говорить про внешность, наверное, можно долго говорить про внешность, но все-таки вы мне тоже очень помогаете выстраивать этот диалог. Алекс Ворон пишет: сознательно начинаю с большего размера и двигаюсь назад к моему. Вот видите? Алекс, а вы на цифры ориентируетесь, интересно, или на буквы? А что будет, если вам больше размера лучше подойдет, чем ваш родной? Это же, понимаете, это какие-то люди, которые шили эти джинсы или рубашки, налепили эти буквы. И вы такие, я вас не знаю. Я не знаю, кто вы люди, кто вы эти дизайнеры и... как это правильно? Не верстальщики же. Выкраиватели. Я не знаю, как это правильно называется. Но я полностью доверяюсь вам и отдаю контроль за свою жизнь в ваши руки. Вот как вы скажете, так я к себе и буду относиться. Вот если вы скажете, что я жирный и некрасивый, то, значит, так тому и быть, да? Вот так это должно выглядеть. Нет, друзья. Продолжаем. Привет из Филадельфии, привет из Фенгганга, район Дунгуаня. Ничего себе! Слушайте, я даже не знаю, где это. Привет из Новороссийска, привет из Бейрута. Ничего не тихо, хороший звук, пишет Марьяша. Спасибо огромное, Марьяша. Суперчат недоступен, да, мы уже отвечали. Вал Вейман. А есть такое хирургическое вмешательство, которое мозгов добавляет? А вы для себя интересуетесь или как? Огромный привет из Батуми. Екатерина, Германия, пишет. Здравствуйте, я надеюсь, что у вас все в порядке на фоне всех этих историй про плохую погоду, про шторм и про землетрясение. Уютный фон в тему аудиокниги, наверное. Так, давайте попробуем отлистать. Привет-привет. Нино, что сказали врачи? Какие врачи? О чем вы? В России шеймят за то, что почти всегда особенно. Это странно в группе людей, из которых самих часто шеймят за то, что какие они есть. Не очень поняла ваше сообщение, честно говоря, но вроде как... Если я правильно, опять же, это с первой попытки прочитала, то, видимо, свои какие-то неуверенности люди транслируют на других, конечно. Мы же всегда говорим о том, что болит у нас в первую очередь. Люди не такие альтруисты и не такие разносторонние и прекрасные создания. Они всегда говорят о себе, друзья, всегда. Еще, ой, извините, я сейчас пытаюсь понять, пойдет Захар или нет в эту сторону, учитывая, что я, кажется, сломала его стул. еще одно откровение, к которому я постоянно пытаюсь себя вернуть. Оно очень простое, друзья, и заключается в следующем. Люди не думают о вас столько, сколько вам кажется. Каждый человек думает о себе, каждый буквально. Вот вы, чтобы это себе доказать, можете спросить себя же, о каком количестве людей и сколько времени вы думали в последнее время. Я могу поспорить, что 80%, может быть и больше процентов времени вы думали исключительно о себе. И не обольщайтесь, друзья, и не думайте, что остальные думают о вас столько же. Нет. Каждый думает о себе. Касается ли это публичного выступления, касается ли это какого-то публичного комментария, касается ли это какого-то поступка, жеста, действия. Ну, конечно, если мы не имеем в виду какие-то очень личные отношения, очень такие какие-нибудь глубокие связи и привязанности, то все, что касается вашего выступления на публику, вашего общения с другими людьми, это живет, 10 минут. Какие-то очень редкие, очень специфические исключения, конечно, могут носить в себе, в своем сердце воспоминания о вас сквозь года, но это тоже будет, понимаете, вспышками работать. Никто не думает о вас столько, сколько вы, и люди часто потом не помнят, что вы говорили, как вы выглядели, что вы делали. Поэтому снова вопрос, готовы ли вы перепоручить такую большую часть себя, своей жизни, своего спокойствия другим людям и разрешить им собой управлять? Наверное, мне кажется, что это... не очень правильное, наверное, решение. Впрочем. Так, Алекс Ворон продолжает. Надел, понравился себе, хорошо. Не понравился, значит, вещь плохая. Да, да! Майкл говорит мне то же самое. А вот мне интересно, господи, жаль, я не умею проводить опросы в YouTube-чате, но мы можем потом в комментариях попробовать, хотя это будет не очень релевантно. Вот я почти уверена, что если мы проведем опрос «надел, понравился себе, хорошо, не понравился, значит, вещь плохая», то «я мужчина, я так думаю», и типа «я женщина, я так думаю», разница будет колоссальная. Я думаю, что меньшинство женщин так думает, и большинство мужчин так думает. Может быть, я не права, может быть, это у меня какой-то байс, я предвзята немножечко в своем восприятии, но мне кажется, что это так работает, к сожалению. Еще нам очень долго идти в сторону какого-то переосмысления, пересоздания и пересборки себя. Телерия. Ой, вот уж магазины масс-маркета никогда меня не могли унизить. Я точно знаю, что сейчас ужасно сшита одежда, потому что я ходила туда с подружками разного размера и фигуры, в том числе с вполне стройными. Ни на ком одежда не садилась безупречно. Телерия продолжает. Особенно меня поразило, когда я примерила мужские джинсы, и они сели на меня хорошо, что в мужских джинсах есть место для попы, а в женских нет. Я согласна. Да, Телерия, это правда. Но понимаете тоже, если ты идешь в каком-то очень уязвимом состоянии в магазин, то тебя может унизить все, что угодно. Тебя могут унизить любые штаны, и ты только если не нашел в себе опору сильно раньше и не осознал в себе эту опору, то ты потом будешь долго страдать, к сожалению. А так, конечно, вот смотрите, друзья, у нас есть живое свидетельство. Она действительно чудовищно сшита, эта одежда. Непонятно на кого, непонятно для кого. Я очень жду, когда... Я очень надеюсь, что, кстати, вот примерно на нашей с вами жизни это все поменяется и в лучшую сторону. Кэт Кэтрин нам присылает огромную грушу. Что же она пишет? Я не вижу, что она пишет отсюда. Сейчас мне придется все-таки посмотреть. Нет. Не знаю. Короче, груша смотрит в зеркало, и от нее рассыпаются сердечки. Может быть, там что-то хорошее про внешность груши. Но груша хорошая. Конечно, я тут готова согласиться. Спасибо большое, Кэт Кэтрин, за ваш стикер в суперчат. Он очень мне понравился. Так... Артурас Митюнас пишет: Нино, с пищей осторожно, вес влияет на сердце в будущем. Кто много ест, тот имеет психологические проблемы. Слушайте, вот тоже, Артурас, понимаете, вот вы приходите и говорите, что вес влияет на сердце в будущем. Вы не кардиолог. И более того, вы не мой кардиолог, и вы ничей не кардиолог, если вы в целом не кардиолог. Это все должны сказать врачи. У всех разная предрасположенность, разный набор генов, разная наследственность. Есть люди, которые просто физически больше, и они абсолютно здоровы, а есть очень стройные или очень худые люди. и они тоже могут быть как здоровыми, так и с какими-то проблемами по здоровью. Это все должно решаться очень индивидуально, поэтому не надо, пожалуйста, вот ходить и пугалки всякие рассказывать. Конечно, здоровье — это важно. И никто не говорит, что если ты много весишь, что ты сразу больной, если мало весишь, то сразу здоровый. Нет. Все очень индивидуально. И когда мы говорим, что вот, вы можете весить столько, сколько вам дано природой, это не значит, что ешь, что попало. Мы всегда должны исходить из идеальной точки ноль, в которой люди следят за здоровьем, в которой люди ходят по врачам, в которой люди не ставят себе диагнозы и не занимаются самолечением. Когда говорят что-нибудь про интуитивное питание, почему-то все воспринимают это так. Я питаюсь интуитивно, поэтому я объемся до фудкома и чипсами или мороженым. Нет, мы исходим из того, что у вас уже есть какая-то сформированная базовая здоровая привычка, что вы в целом обладаете какими-то необходимыми для этого знаниями, и что вы не болеете ничем, что у вас нет никаких проблем, что вы походили по специалистам, походили по врачам, вы поняли, что с физиологической точки зрения у вас все в порядке. И только потом вы начинаете менять свои привычки. Никто не говорит, что вы вот сейчас в любом состоянии можете вот по щелчку пальцев... Кстати, напомню, что вот этот звук, он из-за столкновения пальца с ладонью возникает, а не потому, что это пальцы такие громкие. В общем, мне кажется, что вы немножечко больше на себя берете, чем вам, наверное, можно было бы. Любовь де Биаго. Я пью шоколадное молоко прямо сейчас, в 22:30 вечера. Дорогая любовь, если вы от этого чувствуете счастье, то пейте на здоровье. Лучше, если вы выпьете это молоко в 22:30 вечера, чем вы его себе запретите, выпьете все вокруг, но не шоколадное молоко, чтобы потом в конце вечера, в конце дня, уже в полночь или перед сном прийти к нему и жадно его выпить, стоя прямо в холодильнике открытом. Лучше так не делать. Лучше, вот видите, а если бы вы себе сказали, и мне нельзя шоколадное молоко, я запрещаю себе пить шоколадное молоко, возможно, сегодня вы бы его не выпили, возможно, и завтра вы бы его не выпили, но через недельку-другую молоко приобрело бы уже такую сверхценность в ваших глазах, что ни к чему хорошему, наверное, это не привело бы. The Odd. Я так люблю печь, я пеку каждый день. Я жизни не представляю без запаха корицы и сливочного масла. Никогда не смогу не есть выпечку и не пытаюсь отказаться. Плюнула и счастлива. 162 сантиметра, 50 килограмм, 42 года. Отлично. The Odd, вы умница. И спасибо большое за ваш пример. Лиете. У меня при росте 167 стабильно 55-57. Никогда не сижу на диете, хочется шоколад, ем, хочется сыр или сало, ем и норм. Слушайте, вот у меня сестра такая, у моей сестры потрясающая фигура, и она никогда в жизни не сидела на диетах. Но у нее всегда были здоровые привычки, и лишний вес, он всегда возникает вследствие переедания, опять же, сноска со звездочкой, если мы не говорим с вами о каких-то других нарушениях функциональных организма, там инсулинорезистентности, каких-то гормональных сбоях, нет. Но если у человека здоровая пищевая привычка, если он не склонен к перееданию, а переедание — это несоответствие порции и количества калорий, которые вы потребляете, вашей дневной норме, то, конечно, у вас будет какой-то избыточный вес. Поэтому вы молодец. Спасибо большое, Лиета, за ваш пример. Минт Лемон. Мне кажется, отношение родителей — это травма советского общества. Психологическая помощь даже сейчас не популярна, а тогда, получая напряжение от общества, родители несли это в дом, а детки беззащитны. Да, слушайте, спасибо большое за вот такое короткое резюме. Мне кажется, что вы совершенно справедливо замечаете. Анастасия Абрамова. Мне казалось, что... видимо, это продолжение какого-то сообщения. Не вижу начала, к сожалению. Саша покупает... Ой, у меня нос длинный. Раньше комплексовала, а потом узнала историю семьи. Оказалось, что у одного моего пра-пра-пра-пра-прадедушки была жена-бабушка из Турции. Теперь, кажется, понятна причина моего носа. Слушайте, ну это же здорово, это же часть вас. Это же прекрасно. Я надеюсь, что вы с собой не воюете. И Все бывает красивым. И длинные носы, и короткие, широкие, узкие, неважно, симметричные и асимметричные. Вы тоже можете вспомнить, провести очень интересный мысленный эксперимент. Вот просто открыть перед собой, там, не знаю, фотографии каких-нибудь звезд мирового масштаба. Я понимаю, что сейчас есть определенная проблема, что многие пытаются выглядеть как-то одинаково. Но если мы, опять же, исходим с вами из каких-то адекватных представлений о том, как правильно, а как нет, то мы увидим, что они все очень разные. Очень разные. Мой любимый пример — это Пирс Броснан со своей супругой. Посмотрите, как они выглядели раньше, как они выглядят сейчас. И это просто потрясающе здорово. Вот Николай Сергеевич Попов. О, Николай Сергеевич Попов, большое спасибо. В следующий раз, пожалуйста, напишите и номер вашего паспорта. После слова «полюбить себя» можно дальше не слушать вообще ничего, что скажет этот человек. Я думаю, Николай Сергеевич, что можно вас не слушать, потому что если вы пока сопротивляетесь и находитесь в стадии отрицания, то вам точно не сюда. Вам надо сначала с собой разобраться и потом уже приходите и что-то там высказывать, дорогой Николай Сергеевич Попов, если вас правильно послушала. Анастасия Абрамова. Здравствуйте, Нино. У меня по теме как раз сейчас активная история с попыткой принять себя, но не получается. На фоне всех принимаемых антидепрессантов и прочих лекарств для своего ментального... Слушайте, вот пропускаю, к сожалению, вижу только вот продолжение, например, вот здесь. У меня начала скакать гормоналка, я буквально за месяц поправилась размера XSS до свисающих боков над брюками, в которые больше не влезаю. И если я раньше думала, что тут опухло или там, и мне казалось, что все плохо, то сейчас я реально изменилась, и это очень тяжело видеть этот живот, и бока тяжелее ходить. И я все думаю, пока я разбираю свои прошедшие 30 лет, пройдут следующие 30. Ой, Анастасия, какой непростой случай. Я... Еще раз напомню, что я, к сожалению, не профессиональный психолог и просто делюсь каким-то своим представлением, но вы огромный молодец, что вы занялись своим здоровьем, и хорошо, что вы себя пытаетесь из этого депрессивного ада вытащить. У меня никогда не было лекарственной терапии, и я никогда не принимала антидепрессанты, но я слышала от людей, которые были на этих препаратах, о том, как сильно меняется и вес, и другие какие-то характеристики, и как это сильно влияет на самочувствие. Я очень надеюсь, что вам поможет это лечение. И как только вы стабилизируетесь ментально, то все остальное тоже как-то приложится. Но я понимаю, что вам может быть сейчас очень и очень плохо. Я вам очень сочувствую. Я не была в таком состоянии, вот ровно в том, который вы описали. Но, может быть, кто-то из наших зрителей поделится с вами своими какими-то впечатлениями. Может быть, у них был похожий опыт. Но я очень вам сочувствую, правда. И... мне жаль, очень жаль, что вы через это сейчас проходите. Алекс Ворон пишет в суперчат. Какой из этого вывод? В магазин только в хорошем настроении, но, вероятно, это релевантно только для мужчин. Мне очень жаль. Алекс, не знаю, наверное, да. Но про хорошее настроение совет отличный. Очень здорово, что вы поделились. Вот смотрите, дорогие дамы, вот смотрите, в каком другом мире живут мужчины, насколько другой этот мир, и насколько, как он, мне кажется, проще хотя бы вот в моменте какого-то принятия себя, хотя я понимаю, что над мужчинами тоже нависает огромное количество каких-то общественных ожиданий, но у них это просто связано скорее с другими какими-то физическими характеристиками, поэтому... Да, у всех свои проблемы. B2B Babies. Всегда ненавидела свою внешность. То полная была, похудела, нос огромный. После 2 беременностей подряд набрала еще эти хачапури на каждом шагу. Но вчера меня так раскрыл фотограф, я увидела красивую себя. Да, понимаете, вот вы всегда... Это всегда в вас было. Ну, правда. Кстати, вот отличный совет для тех, кто... не видят себя со стороны. Попробуйте попасть к клевому фотографу на хорошую фотосессию. Вам это, правда, может немножечко помочь. Так, что еще? Мы... Только что зашла, смотрела видос Майкла про зятя Шойгу, пишет Мобиопт, и дальше много-много цифр. Да, отличный ролик получился. Мы сейчас... уже, я думаю, подходим к концу. Да, я всех приглашаю посмотреть ролик Майкла. The Odd. Просто потрясает, как такая красавица могла когда-либо испытывать проблемы с принятием себя. Поразительно. Спасибо большое, The Odd. Ну вот, понимаете, все отсюда. Все отсюда. Но я в последнее время научилась транслировать уверенность. И если бы я тут сидела такая, это бы вам тоже передалось. Есть прекрасный способ обмануть других. Не знаю, как это правильно сказать, но вы можете не чувствовать в себе эту уверенность, но вы можете ее сыграть. И потом эта маска рано или поздно прилипнет к вашему лицу. У меня это так сработало, во всяком случае, в части вопросов. Есть прекрасное видео с Рианой, где она говорит в ответ на вопрос, что вы делаете, когда вы не чувствуете себя такой потрясающей, прекрасной, безупречной. Она говорит, я прикидываюсь. Ну, типа, есть два варианта. Выплакать себе глаза перед сном и проснуться с опухшим лицом, а кому это надо? Поэтому, если вам важно, как вас воспринимают люди, если вы много в это вкладываете, то люди готовы повторять то, что вы им покажете. Это тоже большой-большой-большой секрет. Так, ну что, я проверяю напоследок Digital Duck. В суперчате сообщений больше нет, в Digital Duck тоже нет. Мы и с чатом пообщались, и было, мне кажется, это довольно здорово. Большое спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что можно уже закончить на этом общение. Не знаю, получилось ли нам сегодня пообщаться, и был ли этот разговор полезен. Пишите, пожалуйста, в комментариях. И я в очередной раз напомню, что я очень надеюсь на ваши какие-то истории и ваши замечания, ваш какой-то опыт. Постараемся сделать диалог, чтобы это не был стрим в одно лицо. Очень хочется и на вас опираться, дорогие друзья. Большое всем еще раз спасибо. Что еще надо вам сказать? Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И сейчас, извините. Вот так сделаем. Да, посмотрите, пожалуйста, интервью с Михаилом Подоляком, которое вышло на канале, если вдруг вы его пропустили. Будет много новых других интервью, будет много и других стримов. А сейчас прощаюсь с вами до... через воскресенье. В следующее воскресенье, возможно, будет семейный стрим. Будет? Захар пришел. Может быть, будет, может быть, нет. В любом случае, следите, пожалуйста, за обновлениями. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Берегите себя, друзья. До скорой встречи. Пока.